Так, кухня. Скажи, что кухня вся пришла сюда. Кухня! Где? Так, стойте внимательно. Слушайте, встаньте, как положено, сюда в строй. Любовь Николаевна. Что это означает? Тревога! Тревога и очень большая тревога. Так, вас трое здесь, четвертый будет. Так, разберите свое оружие здесь. Вот взрослым дайте. Вам не надо там. Женщина, возьмите к себе тоже одну. Давайте мне. Ну, самое крепкое отдайте мужчину. Потеряйте, постоянно ворует. Я сейчас проезжаю, и мне говорит один брат, Андрей Устинов. Только что проехал москвич, не знаю, записали, нет, а они там бетонируют, у них бетономешалка пришла откуда-то, видно, издалека, и они фундамент там делают. Не успели ничего сделать, она прошла, они днем высматривают, а ночью приезжают и воруют. Воруют овечья, голову овечья только находится. Вот, у Игоря 200 литров солярки своровали и так далее. Значит, что касается лагеря. Кухня должна быть покинута одновременно всеми. Любовь Николаевна, ни одной минуты, чтобы там не оставались. Виктор Николаевич видел, ночью ходил, кто-то здесь светил фонариком, никого не нашли. То есть это посторонний человек был. Это суббота на воскресенье. Суббота на воскресенье, то есть с 11 июля на 12, когда были здесь фотографы. Они приехали, наверное, раньше. Так это, видимо, с пятницы на субботу, вот так. Даже потому что они только приехали, и я пошел их там нашел, а они там в низинке были. Ночью не выходить. Положить около себя какие-то там пустые ведра или что-то, чтобы хотя бы колотить по ним можно было, чтобы другие проснулись. Ни один никуда не выходит. Чтобы смогли спрятаться где надо там. Главное вот эти сохранить, самые опасные. Ждать можешь что угодно. Это не оружие какое-то, это оборона. Это разрешается. Что можно было бы, если ночью заснять, это сфотографировать, но это вряд ли удастся. Значит, где-то фотограф должен спрятаться, а оттуда сделать снимки. Одна женщина так была, когда они воровали где-то что-то, а она сняла с ней у них бампер, это номер. Как она могла снять номер, неизвестно-то. Но они ее убили и не увидели, что у ней номер здесь. И когда пришли, ее сняли, а их номер здесь у ней на груди. Она была, кажется, старожилой. Чуть ли не депутат одновременно была. Очень коммунистка. Вот такое дело. Так что это сегодня. Сейчас только сообщили. Прошли. Неизвестно, кто. Каждого, кто бы не ехал, запоминайте номера и записывайте, чтобы у всех были карандаши. Какого цвета, какая марка машины. Одного надо держать где-то, наверное, на самом высоком месте, и чтобы оттуда смотрел. Постепенно менять. Если можно было бы даже... А это вот недавно ехала? Только сейчас во время ужина. Вот я в туалет ходила, зеленая машина ехала. Ты видела? Да. Какая машина? Какой номер? Какого цвета? Зеленого. Я марки не различаю, не знаю. Но машина. Ну надо зеленая. Различать. Вот туда ехала. Они оттуда выехали, повернули туда. А, нет, это ехала оттуда в деревню. Ну, может быть так. Зеленого цвета. Ну, как то, что их нигде нету. Ночью кто у нас тут вечером считает, да воскреснет Бог? Я. Ты, значит, обойти вокруг. Можем вдвоем прочитать молитву, ложитесь спокойно, надейтесь на Бога. Если Господь не защитит город, напрасно бодрствует страж. Но в то же время бодрствовать необходимо. Повеление Божие. У нас, когда на нас нападение было, у нас все время там дежурили. И вот машины только показались из-за леса.
Мы оттуда тревогу подняли, мы начали сразу бить в колокол, и из деревни пришли. И потом я считаю, что мы приехали, никто про это не знал, а у Лапкина на какие-то связи. Машина какая-то там. Машина какая-то. Звук какой-то мотора. Устиновы. Они услышали 5 ударов и приехали. Кстати, меня! Тихо, что вы засмеялись? Давайте к нашему собранию. Проходи сюда. Проходи сюда. Тихо. Он меня будет настоять. Я тут буду настоять. Я буду записывать марки. У нас коротенькое собрание. Андрей сказал, проезжала машина. Они днем, говорит, высматривают, а ночью воруют. Поэтому у нас один, это собраться, там, два, там, занятия, три, еда, четыре, Евангелие, 5, это тревога. Ударили 5 раз, вот сейчас, видите, всех вооружаем. Вот, а мы услышали, приехали, вот. Думали, что, горите или что тут? А вот, видите, 5, спаси Христос, видите, вы знаете, 5, это тревога, нападение, бандиты. Вот Андрей сказал, мы сейчас говорим, что ночью никто не выходил, вы знали, в курсе дела были. У нас было тогда, тут нападение было, но из деревни прибежали, скрутили его, притянули, а потом я его как отпорол, у него все лопнуло. И искорченный. Потом ходатайствовали, чтобы из милиции, и милицию сдали его, скрутили руки, ноги ему стянули. Он сильный. А что сильный-то? 5 мужиков. У них он глухонемой Андрей, он тамильский тигр. Вот так, если все стучите. Да. Я подумал, что не поэтому приехали, может быть, оповестить нас. Мы как раз об этом говорим, чтобы ночью никто не выходил. Если вы мужчины, ночью можно выходить. Где они крутятся? Около овечек, овечек воруют постоянно. Бензин пройти, там где бывает. Батюшка как-то пошел с собакой, не нынче-то. И посторонние люди едут, это тогда было-то, Четыркин тут воровал все на лошади. А эти днем вы ездят, вы сделаете такое, что как у нас. Один человек назначенный вечером обходит усадьбу свою, стройку, и да воскреснет Бог прочитать с молитвой. Да воскреснет Бог. Это одна из самых защитительных молитв. Не потому, что там заклинание, а мы верим во всемогущество Господа нашего Иисуса Христа. Это действительно нам нельзя так. Народ, который жил беспечно, был уничтожен Богом. Они пришли и говорят, а народ живет беспечно, охраны нет, Бог сказал уничтожить его. И они были уничтожены. Вот это напряженное состояние, это не оружие, мы убивать никого не собираемся. Но, во всяком случае, они увидят, что... Есть такой фильм «Деточки», видели? «Деточки» в детдоме. Они взяли на себя эту миссию, которую там безобразничали, в детдоме маленьких девочек отдавали. И у них был воспитатель хороший, он где-то служил там в Альфа какой-то команде, это уже на пенсии-то. Он их научил, они все с ножами. И они начали в городе вырезать вот этих, которые насиловали и прочее, главноначальствующих. И милиция не может найти. Ну, в конце концов, вычислили все-таки. Но Бог встал на защиту. Чудом спасло. Была постоянная задача, автоматчиков наняли уничтожить всех до одного. Ну, это фильм. Но смотреть напряженно смотрится. И они метали ножи, учились все это делать. Мы ничего этого делать не можем. Мы можем только молиться. Если пришло время умереть, значит умереть. Но мы должны бодрствовать. Вот, поэтому... Это я им показал, что означает 5. Сердечно благодарим, братья. Слава Христу. Да, слава. Если будет от вас колокол, 5 бейте. Колокол у меня на первом этаже, на втором этаже голубятни. Вот видите как. Даже никогда не подумал бы. Они, оказывается, знают. Послушали 5 ударов. Уже приехали на машине. Так еще не все могут приехать. Витя знает, предупредили. Эти-то нападают, они... Чего? Они... Думают так, пришел, взял, ушел и дальше нет. Они не намерены, чтобы им шишки-то были, это их сразу высчитают. На нас как-то напали, а у меня здесь приехали здоровые, крепкие спортсмены, мужики с Академгородка Новосибирского, Академгородок-то. Ну, а эти приехали на мотоциклах ночью, ну, а кого тут с нами-то воевать-то? А эти как выскочили, лопаты отточенные все, как начали их кирпичами, эти на мотоцикле больше никогда не приехали. Шарщины, видно, были. А мы тут работали, у всех лопаты отточенные. Ну, они выскочили тут кирпичами, как начали их мотоциклы эти, пошли они. Но эти люди не нашего круга были, я не ручался за них. Мы ничего не можем сделать. Это сохранить детей, ходите в послушание, никуда не вылазьте.
нигде не выходите, никому не открывайте, к дверям не подходите, поставьте пустые ведра и палки, попробуйте сразу начинайте в них бить 5 ударов. Примерьте, где ведра стоят, чтобы другие могли услышать, чтобы мужчины могли выскочить на подмогу. Понятно? Да. Все, я ушел. С Богом, поблагодарим Бога. А палки куда? Там еще какая-то машина едет. Ведра занесли пустые, палки взяли у каждого, что было. Сказали, помолимся. Женщину возьмите себе. Енафа, сказали, помолимся. Куда пошли? Наденьте пустые ведра. У нас нет колоколов-то. А ведро, оно большой звук издает. И по нему 5 раз ударишь, сосед проснется. Проснется, значит, ну и дальше уже Господь покажет как. Мы должны бодрствовать. Господи, слава Тебе. Сохрани нас от пожара, от воров, от нечистой силы, от желающих присоединить злое и обрати этих несчастных людей, творящих пакости. Услыши, помилуй наследие Твое, воззри на нашу немощь, Господи. Окажи нам помощь благовременную и братьев наших сохрани в пути в незнакомом месте, Александра, Сергея, Валерия. Защити и животное, и даруй безопасность транспорту. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. У нас были нападения здесь, слабенькие, но мы расправились по полной программе. Крутились, свертели, а тут еще тренировались пожарные, кошмар, песок. И затянули руки вот так сзади и в милицию от среди ночи отперли. А потом, когда там-то ему навешали, а я тут такой бич, вот бичи-то эти, которые, я порол, у него за штаны лопнули. Мы его отправили с полосами. Он почти что морской пехотинец был, тельняшки. Так и тельняшка на заднице. Что смешного-то? Ну вот так. Так он приехал не так, а с Семеном Сисковым, наш родственник, на двоюродной сестре, чтобы он походатайствовал, чтобы мы забрали заявление из милиции. Его постигло ужасно, этого человека. У него сын вернулся из армии, неизвестно, что было, и он повесился. Он боялся, что сына не отпустят. Сына отпустили, приехал, умер. Так что мы под особой защитой Божией. Я уехал. Так, в каждую келью положите. Моя бита, я буду бить, все породные. Потому что двое мы вот с Енафом. Перейдем к ним. Переходите в одной келье. Так, Володя, побыстрее увезти лишнее. Или в келье, где люди живут, унести. Отдельно было, одеял еще не было. Перенести там, где живут. Еще 5 раз я глоб. Подъем! Подъем! Тихо. Надо себе биту покомпактнее.